ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Поговорим о том, что вернулась к нам метель снова на Юрвик, каких волшебных лошадок привезли в Морланд, ну а также насладимся последней неделей зимы, ну и посмотрим, что завезли в бонусную лавку тоже в Морланде, ну и поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и... поехали! Да, нам вернулось на последней неделе снова вьюги, снова холодные ветра, и вы можете снова получать бонусы за выполнение заданий с вьюгой. Так же, как и всегда, с 8 до 10 часов и с 17 до 19 часов. Но помните, что расписание метели зависит от вашего сервера. Одно из двух заданий будет доступно всем игрокам, другое только обладателям статуса Star Rider. И за каждое задание вы будете получать зимние жетоны. В бонусную лавку завезли следующий комплект одежды. А начинается он с вот такой вот мотокуртки ночной наездницы. Этот комплект вы уже могли наблюдать в спойлерах, и я думаю, что он будет очень шикарно смотреться в игре. Вот такая вот мотокуртка, мне она, кстати, очень нравится. На спойлерах мне она как-то меньше понравилась, а сейчас даже как-то ничего, очень даже симпатично. Так что если у вас есть лайф, бегите, забирайте. Характеристики у данной куртки самые хорошие: скачка 8, прыжки 1 и управление 4. К нам в Морланд приехали магические лошадки. В этот раз это магические шайры и магические исландцы. Их всего 3 масти, не все шайры, а вот только троица второго, по-моему, второго выпуска данных магиков. Ну и 3 единственных магических исландца. Цены такие же: исландцы 399 старкоинцев, шайры стоят 599. Данные лошадки будут находиться в игре до 1 февраля, а дальше проедут другие магики. И началась последняя глава. Все истории когда-нибудь заканчиваются, а со следующим обновлением в среду мы перевернем последнюю страницу Снежной саги. И зима закончится до следующего года. Обязательно не забудьте зайти в игру до среды и забрать все подарки под елкой в деревушке Санты, а также приобрести вещи за жетончики, и которые продаются просто в магазинчиках данной локации. Также это последний раз, когда можно потратить теплые пожелания, которые мы зарабатывали годами ранее. За них вы можете приобрести опыт, шиллинги или фейерверки. В следующем году теплые пожелания действовать уже не будут. Но я, если честно, их тратить не собираюсь, у меня их меньше 10. Я их оставлю как валюту на память. А на следующей неделе лошади Юрвика возвращаются к нам. Будет добавлена точно одна гонка, но, возможно, их будет две. Ну а на этом все новости на сегодня, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. А я пойду, пожалуй, потрачу жетончики.